Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам гороховый суп с грибами, который не требует много усилий для его приготовления. Основой любого супа является бульон. Сегодня я взяла мясной бульон, но вы можете взять и овощной. Сухие грибы мы замачиваем в теплой воде. Промываем горох и заливаем его холодной водой. В кипящий бульон мы всыпаем горох и варим полчаса. Приготовим поджарку. Лук мы шинкуем, а морковь натираем на терке. На сковородке обжариваем лук до золотистого цвета и добавляем морковку. Нарезаем грибы и добавляем в суп. Продолжаем варить еще 20 минут. Перекладываю поджарку в суп. Посолим по вкусу. В той жидкости, в которой замачивались грибы, я разведу 1 ложку муки. Выливаем тонкой струйкой в суп и варим 5 минут. Наш суп готов. Присыпаем зеленью. Можно приглашать к столу. Радуйте ваших родных и близких. Приятного вам аппетита!